Строительство нового корпуса поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы на улице маршала Бирюзова близится к завершению. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август. В здании окончены общестроительные работы, сейчас ведется пусконаладка инженерных сетей и систем. Идет оснащение объекта мебелью и медицинским оборудованием. Процесс находится на постоянном контроле местного отделения «Единой России» в рамках реализации проекта «Здоровое будущее».